Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам о том, что BMW 3 серии удачно прошел лосиный тест. Эксперты сайта km77.com испытали BMW 3 серии в кузове «Универсал» на его устойчивость при объезде препятствий. По результатам лосиного теста «Универсал» BMW 3 серии отлично справился с заданиями и смог удержать устойчивость на скорости до 78 км в час. Такой же показатель по данному тесту имеет баварская модель M2. Также для сравнения автомобиль Porsche 911 Carrera 4S проходит успешно это испытание на скорости 80 км в час, а, например, Honda CR-V на скорости 75 км в час. Напомним, что так называемый лосиный тест помогает определить возможные недостатки в работе системы стабилизации автомобиля. Данное испытание считается одним из самых сложных для любой машины. В ходе заезда водителю нужно резко маневрировать на большой скорости, чтобы объехать статичные препятствия, в качестве которых используются чаще всего конусы. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!